Всем привет! Не так давно я снимал несколько роликов о новом проекте, который называется Easy Feedback Token. Время идет, и я думаю, в скором времени команда проекта объявит, на какой же именно платформе будет проводиться их IEO. А пока что давайте рассмотрим токен метрики проекта, а также его рейтинги, которые ему были заданы сайтами, то есть ICO-агрегаторами. К слову сказать, SoftCap проект составляет всего 300 тысяч долларов, а HardCap 67,5 миллионов. Один токен будет стоить 0.05 центов, что в принципе очень хорошо. Давайте посмотрим, какой же рейтинг дал известный агрегатор ICO Marks. Вот на их сайте есть полное описание проекта, сколько денег и какие бонусы. Пресейл получает 40% бонусов, а стейдж 1 30 и так далее. Все вы можете здесь. Этот проект происходит из Эстонии. Сейчас есть возможность записаться в вайтлист и ждать новостей. Оценка присуждена 8,9, довольно высокая, кстати. Также и ICO Now залистил этот проект с оценкой 76 из 100. А также ICO Link сделал обзорчик. Хочу заметить, что в партнерах у проекта есть такие известные биржи, как P2P, B2B и TokPi. Учитывая, что данная биржа, я имею в виду P2P, B2B, очень часто проводит различные IO, нетрудно догадаться, где скорее всего окажется Easy Feedback Token. Официальных заявлений от команды по поводу этого нету, но я думаю, они в скором времени появятся. Команда проекта довольно большая и состоит из очень многих специалистов совершенно разных областей, таких как Marketplace, а также бизнес, развитие и блокчейн. Также много очень юристов в команде, а их SEO, которого зовут Ханорио Росс, поможет этому проекту достигнуть успеха. Также у проекта довольно много адвайзеров и партнеров, а среди технологических партнеров есть блокчейн Аластрия, которая по сути своей является некоммерческой ассоциацией, которая поддерживает цифровую экономику путем разработки технологий децентрализованной регистрации и блокчейна. Сети Аластрия построены на основе Quorum, архитектура на основе Ethereum. Это независимая блокчейн-платформа, обладающая совместимостью с Parity и Hyperledger. Easy Feedback выглядит довольно устойчивым и серьезным проектом. Если вы хотите узнать больше о данном проекте, переходите по ссылкам, которые я оставлю ниже, а также подписывайтесь на социальные сети проекта и вступайте в группу Telegram для того, чтобы не пропустить последние новости относительно проекта Easy Feedback Token. Всем пока!